Пению все возрасты покорны, но начинать работу с голосом лучше с раннего детства. Это поможет выявить вокальные особенности ребенка, развить их. При регулярных занятиях у каждого есть шанс добиться больших успехов и школу не окончив. Джазовый вокал. Певцы запросто извлекают звук с помощью мышц живота, легких и диафрагмы. Уровень солиста определяет умение импровизировать. Специалисты утверждают, что на становление рокового вокала джаз повлиял не меньше, чем блюз и рок-н-ролл. А здесь важнее всего не столько поставленный, сколько уникальный тембр, зачастую с фирменной хрипотцой. Звук должен быть глубоким и объемным, первое, чему учит студентов Людмила Васильева. А добиться этого в академическом пении можно, лишь направляя звуковую волну в зону верхнего резонатора, в лобную долю черепа. Иногда смеются в консерватории, юмор говорят. Ой, вокалиста в голове должно быть пусто, чтобы там резонировало хорошо. Регистры, октавы, диапазоны и тесситура. Академическое пение – непростая наука, на изучение которой уходит много лет. Несмотря на то, что экстремальный вокал – одно из самых молодых направлений, его освоение также займет годы. Здесь вокалист использует две основные техники, первая из которых – гроулинг. И вторая – это скрим. Такие необычные приемы используются в метал-коре, деф-коре, блэк-метале, гранд-коре. Экстремальный вокал звучит брутально, агрессивно, порой даже устрашающе, но в первую очередь это особая экспрессия певца. Это достаточно опасные занятия, и привести это могут достаточно длительные потери голосовой функции. И охриплости, осиплости, могут быть органические поражения видеоузелков, могут быть изменения тонуса связок. При таких последствиях питье сырых яиц не поможет. Кстати, пользы от него нет вообще. Это миф, утверждают врачи. При перенапряжении голосовых связок лучше всего просто отдохнуть. Стефан Филатов, Руслан Хохлов. Утро нового дня.